Челнинцы не спешат вступать в брак. Вместе с тем количество разводов только увеличивается. Сегодня о негативной тенденции, наметившейся в городе на деловом понедельнике, рассказала начальник управления ЗАГС. Равиля Зарипова отметила, что за первое полугодие 2017-го распалось более 1000 челнинских пар. В июне месяце было оформлено расторжение брака на основании решения суда 1974 года, то есть через 43 года. И таких случаев немало. При этом основная масса заявителей причиной расторжения брака называют несовместимость характеров. Именно эту причину указала пара, которая подала заявление на развод через 20 дней после регистрации брака. Кроме несовместимости характеров, челнинцы указывают на такие причины, как супружеская измена и алкоголизм в семье. Нашлось место в докладе Равили Зариповой и для положительной статистики. Так, по последним данным, в Набережных Челнах самый низкий уровень смертности в республике. И это несмотря на то, что за первое полугодие 2017-го этот показатель в Автограде вырос на 2%.